Госстройжилнадзор Ненецкого округа разослал управляющим компаниям Наринмара и поселка Искатели предупреждение о необходимости очистки крыш от снега. Речь также идет об осмотре кровли и расклейке предупреждения об угрозе схода снега. Кроме того, инспекторы провели рейд в районе улицы Швецова и Авиаторов на наличие скоплений снежных гор на территории домов. С жалобой на кучу снега к инспекторам обратились жильцы дома по улице Швецова, 1. Снег здесь действительно не вывозился управляющей компанией больше недели. А это, согласно законодательству, уже нарушение. В ходе рейда инспекторы осмотрели 7 домов. Во дворе каждого лежала куча снега. Стоит отметить, что в настоящее время Госстройжилнадзор проводит проверки и без жалоб жильцов, а также не предупреждает управляющие компании. Всего в зимний период инспекции проведено уже больше 30 выездов. У нас предусмотрена административная ответственность как для руководителей, как и для самой управляющей организации в соответствии с кодексом административных правонарушений. И есть также административная ответственность уже за нарушение правил благоустройства. Это если там, допустим, когда проводят уборку дворовой территории, они складируют кучи, и эти кучи разрешаются хранить не больше 3 дней. Ну, вот что касается на Швецова 1, допустим, мы обнаружили, она еще с выходных тут лежала, уже длительное время не убирается, поэтому вот этот материал мы направим в муниципальный контроль, а у них уже тоже есть через административную комиссию, тоже есть свои административные штрафы. Что касается снега на крышах домов, как отмечают в ведомстве, согласно правилам эксплуатации жилфонда, не допускается накопление снега слоем более 30 сантиметров. При наступлении оттепели снег необходимо убирать и при меньшей толщине. В ходе мониторинга инспекции на крышах ряда домов зафиксировано значительное скопление снега и наледи, в том числе на свесах кровли над тротуарами и выходами из подъездов. В ведомстве напоминают, что в ближайшие выходные в Наринмаре ожидается резкое потепление с выпадением снега. Обнаружили на этом доме, на Швецова 3, вот уже скопление снега, которое вот, ну, на краю крыши. Ближайшие выходные обещают потепление, поэтому мы сейчас все управляющие компании оповестим, что необходимо срочно принять меры для того, чтобы их очистить. Госстройжилнадзор Ненецкого округа просит граждан со своей стороны проявить в дни потепления максимальную осторожность при нахождении на придомовой территории. А при выявлении свисающих с крыш домов скоплений снега и наледи незамедлительно информировать аварийно-диспетчерские службы обслуживающих организаций. Александра Литкова, Леонид Шишелов, телеканал «Север».